Березино. Станция. Начинаем съемку. В сторону Глазова. Березино. Так, в сторону Глазова. Ксюша, да, магазин там было. Бакалея, где свежая. Ксюша. Рядом было. Ждет. Раньше снега много было. Своего времени, да. Работал, а сейчас не очень много снега. Он в Ютубе показывает, как очищает дорогу. Летит на скорости 80 км за ним. Буран, снег. Ну, дороги убираются. Чистенько остается. Вот раньше была техника слабенькая, паровозы все. Что он там? А сейчас он прет. Вот люди. Да, территория громадная. А Западная Сибирь. Даже кажется многовато.
народу-то всего, да? Сколько он сказал? 160 миллионов. 140, даже 150 нет. 147, по-моему, сейчас стало. Было 146. Медведев же говорит, что теперь уже не падает. Ага. За счет гастарбайтеров. Из деревни. Старые есть люди, да? Обычно же как? Как старый человек, потом еще есть такие, потом еще моложе, но период от 20 до 40 не было. Все парни хорошие. Я как не приезжал, как все время, что двое-трое короли показывают по него. Дует эту по 100 рублей, раньше была по 40, магазин на Каргаеве. Привозят с Казахстана, как они говорят, малёвки. Я говорю, а что вы тогда её дуете? Он говорит, ну дёшево. Я говорю, да, молодец. И это просто молодые. Ровесники, там двое ровесники моей дочери, по 30 лет. Да. Идут загоревшие, как будто сливы. Встречаю, здорово, девушка, здорово, а они моего возраста, по 30 лет, а они как я вылечат. Я говорю, вы что-то загорели сильно, он говорит, на солнце всегда. Не работает нигде. Как перешли вот эти, стали, акционерное общество перевели, ну, а там хозяин же теперь стал. Ну да. Ешь, черт твою мать, они все на улице стали. Что мы будем на его работать? Что мы на его работать? Я говорю, вы же деньги будете получать. Все равно, где-то хоть. Как это, ну, с кем-то поболтать стоишь? От дома с кем? Вот вы ищете, раз, ну, вот, да. Поговорили маленько, упали лопухи. Да. Один парнишка там недалеко от моего отца, Лизенька же Александр, сын. Выпивший пришел, дымил, упал в оград. И никто не соизволил в тень затащить. Сгорел. Ну как? Не то, что он сгорел. Врач приехал, говорит, а что вы его даже пить бы дали еще? Лежит прямо вот, вот, солнце пекет. Все. Я говорю, Игорь еще такой молодой был. Школу закончил. Кошмар. Я говорю, бля, что такое творится? Людей тоже есть и праздники, и все, и день рождения. Ну это идти. Специально встать, по деревне идут, понимаешь, вот так вот. Я говорю, я зомби. Что ты так это? Он говорит, ноги болят. Ну дуют. И не спит технически, или вот этот подяр. Ноги болят. Я говорю, а что это вдруг? Не работал, где ноги заболеют. Ничего. Сам-то уже все, он собрался. Вот встретились, человек 6. Пошарят как-нибудь. Идут мимо их, они стоят. Говорят, будет. Все вы? Да, вот, у тебя нету рублей 30-40. А водка где-то стоила, кто-то ее 60. А остальные такие? Ну, немножко есть. На тебе, выпить. Пошли. Приходят, по рюмке выпивают, сразу закрывают. Сидят на этом, где старая школа была, где пороги стали бетонные. А школу уже нет, разобрали. Сидят. Смотрю, вот так думаю, я говорю, вот столько воды готовы, курили, не знаю, что, но вот так вот думаю. Такого я никогда еще не видел. Работая там в деревне электриком, даже так вот вырывает, что-то там с колыми, ну, выпьем даже. Я говорю, пошли на обед. Так и никто даже, никто не знал, что выпьем. А эти, вот такие вот, я говорю, да, что творится, это вы. Гибли, говорю, падают, как в войну солдатики. Один за одним. Обидно, что молодежь. Молодежь, блин. Вот поэтому деревни и вымирают, никого там нет. А потом стал эфираж, проблема какая-то. Потом стал хозяином, директор, да? Он этих всех же, ну, повыгонял. Кто еще мы такие были? А молодые, которые, ну, башковики, они на севера уехали, ну, на стройке вот где нанимают, работают. А у него осталось никого, понимаешь? А 12, в каком году? 12-м приехал, он говорит,
ты не можешь поработать? Но. Я говорю, кем? Он говорит, шофером. Я говорю, так я же любитель. Он говорит, мне все равно, шоферов нет. Раньше было, например, в гараже там сколько было, 40 машин, и каждый, ты на самосвале, я на том. Ну, да. А теперь спрашивают там увидели, он говорит, я на заправщик, потом еще какая-то машина, что возит с района горючку, и еще на одном. На одном. А я говорю, а что это ты нахватал? Я не нахватал, он сказал, будешь ездить за горючим, заправлять в поле, и вот это все ездит. А зарплаты нет. Никогда не вижу клиентов. Пойдем вот так. Не поймаешь, блин, никак. Сторонишь по мне? А? Я говорю, посторонишь. Так вот это главное, наверное, да? Это аккумулятор. А, аккумулятор. Вот он сейчас мигает, одновременно и заряжается от солнца. А, это, ну, эти. Батареи солнца. И его и от сети можно заряжать. И он сам, когда попадает в диапазон, то есть достаточно свет, сам начинает на зарядку. Ну да, если сейчас вот так вот прикрепить, то он бы уже... Да, он интенсивнее пошел. Вот это сделать, чтобы крепеж. Его хватает на 8 часов, чтобы это работало, видеорегистратор, на 8 часов хватает. А куда он там записывает? Там карта памяти, да. Там надо через компьютер или что? Да. Уже на планшете нет, а ноутбук. Да можно было бы и на планшете, но у меня тут карта немножко не того формата, который используется на планшете. Вот марево опять, жара сегодня будет, ё-моё. Бортом 26 табло. Уже нормально. Да. Горе, беда, этот, борщевик. Да. Это борщевик, его же завезли сюда с Кавказа. И он предназначался для подкормки скота. Он очень быстро растет. Но на Кавказе его и сейчас употребляют в пищу, борщевик. Но это не тот борщевик, который там. Он уже адаптировался к нашим условиям, но стал ядовитым. Да, там вот попадет капелька сока на тело, образуется волбит. Вот. И очень долго не заживает. Очень долго. И распространяется просто моментально. Смотрите, проживает все подряд. Да. Ни химия, ничего не помогает. Нашли один способ против него. Это малина сажать. Малина давит его. О, смотрите, все поля в борщевике. А скот не кушает борщевик. Ну, он ест его, но у коровы молоко только получается. Это вот беда.
А я ехал по радио, этот, передавали, как раз вот об Большевике была передача там. Говорили, что единственный способ от него избавиться, это сажать малину. Малина выдавливает, а больше ничего не помогает. Он как, у него какая особенность? Вот его скосили, убрали, да, вроде бы. Он затихает на год, на два, уходит в спячку. И потом по новой начинается. А его бутята там 20 метров корни уходят. От 6 до 20 метров. Вот так, что перевернуть, что ли? Это с Кавказа завезли. Плодни намерения были. Вот, зарядка прекратилась, видите, да? В тень попал. Надо от аккумулятора.
Да. А что там было? Автоматы бивали. Уже лучше не выключать, постоянно. Когда вы выключаете, не бывает. Наверное, не приехал немножко. Ограждение, наверное, что-то делают. А это заливать бетон. Наверное, не приехал.
Это как делать, там вообще
Посадили до обеда, посадили с собой. Труп я не вижу что-то особо. Может электрическое отопление? Нет, есть угол. А, где-то есть, да. Буржуйка.
какие-то праздники. Подарок. Вот он, да.